Всем привет, 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 товарищи. Приехал я домой. Вот. Ох, на своих двух. Смотрите, Рыжулька есть, а Мишельки нету. Сдали, короче, Мишельку. Поехал сегодня в город. Вот, с утра пораньше, потому что на утро я должен был быть уже у парней на СТОшке. Поехал с утра пораньше, закупился материалами, стойки, потом подстойки, короче, какие-то, блин, подушки, пыльники, резиновые вот эти отбойники. Короче, все скупил, что надо. Вот. И отогнал машину на СТО. Все. Мишелька, короче, сегодня чинится. Вот. А мы что будем делать? Мы будем заниматься какими-то своими делами, естественно. Вот. Не знаю еще пока мисс какими, но целый день у нас впереди, и можно чем-то заняться. Но для начала начнем мы с завтрака, товарищи. Погнали за стол. Поторопись! У нас сейчас котлетки! С макарошками! Нет, с пюрешкой! Девчонки, кто знает эту песню? И мальчишки, конечно. У нас сегодня вот такие котлетки с пюрешечкой. Молодежь знает, стопудов. Вот. Песенка, да, такая? Да, да. Это кто-то, короче, там, короче, какой-то человек есть на Ютубе. Он берет, короче, всякие фразы с фильмов, там, ну, короче, известных очень. И делает с них, налаживает музыку и делает с них песню. Совсем, ну, свою песню, то есть придумывает. Это Стас нам рассказал, да? Да, да, это Стас. Тоже рассказал. Стас нам внес в семью, так сказать. Вот эту штуку, блин. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошками, нет, с пюрешкой. Такая она, веселенькая песня. Да, что прикольно. Так, короче, у нас еще к тому же помидосики, салатик вернее, и этот хлебчик. У меня еще кофеек остался с молочком. Боже, котлетки просто, ну, замечательные, товарищи. Ну, я... Даже несмотря на то, что я чеснок туда забыла бросить. С чесночком вкуснее было. А я вчера ем, думаю, да что ж такое, что не хватает. Оказывается, чесночка не хватает. Оля так спешила вчера сделать котлетки, что чесночок забыла бросить. За этап все отлично. Да. Так, Коля уже один раз ездил, Мишу отвез на... Я сказал. Блин, все рассказал. Все, потом мы расскажем. Сейчас мы на Рыжульке поедем. Давай кататься. Ой, кататься. Давай кушать, пока горячий. Вы понимаете, мне муж зовет кататься. Кататься, да на Рыжуле. Ретро прократить. Прократить меня хочет. Только колесо ей надо поставить, то, что мы забрали вчера. Конечно. Все, девочки и мальчики, кто кушает с нами, всем приятнейшего аппетита. Сегодня настроение шикарное, солнышко на улице. Просто всем-всем-всем счастья, любви, тепла и хорошего-хорошего настроения в дом. Фух, ну что, товарищи, позавтракали. И что, надо собираться ехать в город. Позвонили ребята. Вот. Перед завтраком. Не знаю, я все уже сказала, блин. На завтраке. Короче, что, позвонили ребята, сказали, там еще одна херня. Короче, кроме стоек, ребятам еще заказали, ну как заказали, то есть услугу, поменять все патрубки. Патрубки, короче, те, которые мы купили, и которые я собирался сам менять с Серегой, но у него никак не получается, а я не в курсе, там надо добавить и два тройничка, и как-то там закольцевать еще какую-то воздушную заслонку, вот, чтобы ее тоже прогревало. И, короче, я не в курсе, как это делать. Естественно, сказали этим парням на СТОшке. И они должны, короче, все это сделать. Вот, то есть, ну, они начали снимать патрубки и обнаружили, что на какой-то, блин, наверное, потом вам расскажу, на какой-то хренотени повыедало, блин, алюминий, и нема на что цеплять патрубки. То есть, надо эту штуку заменить. Поэтому сейчас мы ставим колесико в рыжуху. Аккумулятор я заряжал. Вчера заряжал, вот сегодня еще поставил на пару часиков. Вот, сейчас, короче, поедем кататься на Рыжуньке. Ё-моё, уже не знаю сколько, недели 2-3 не ездил на ней. Вот, стеклышко помыть надо. Сейчас колесо поставим. Хорошо, что вчера заехали, слушайте, за колесом. А то получается, что они этим не занимаются, доставками, а на маршрутке это сейчас в один конец города, а потом с того конца города в другой конец города. То есть, вы понимаете, это, ну, это катастрофа, короче, на маршрутках проездить. Это, ну, я не знаю, я вечером привезу детали, естественно, они поменяют завтра, блин. Так что так, товарищи, сейчас ставлю колесо, ставлю аккумулятор и завожу Рыжульку. Оп,
Ну что, прожилка на ходу и даже на очень хорошем. Колбасит. Люблю этот звук. Когда она гремит. Ух! Зверь-машина. Все, аккумулятор поставил, завелась, блин, как часы. Вот, колесо прикрутил. В принципе, музыка работает. Все отлично. Пляж то пляжем. Вариант. Короче, в общем, решили, что Коля поедет сам. Почему? Потому что ему как раз вот прямо вот позвонили, и ему еще нужно будет потом по делам заехать. А мне вот и сидеть потом ждать, че в машине, че здесь гулять, че еще куда-то, да? Вот именно. Смысла нету, в общем-то. И видосика на обед нету. А, да, и видео пока смонтирую, приготовлю. Тем более собакам он каша варится, еще нужно будет что-то на обед приготовить. Так что такие пироги. Да, Кисердин, дивись, я на Клинцовский мост. Потом с Клинцовского моста туда. А потом аж домой, то есть... А ну да. Туда. Ну да. Да. А часа три не буду, блин. Да. Ой, да, точно. Я лучше тебе время, чем с тобой кататься, а потом еще, не дай бог, придется долго ждать, то лучше посижу дома и что-то поделаю. Да? Да. Все, тогда катайся сам. Фух, так, все. Только не езди быстро, пожалуйста. Я... Жигули быстро не едут. Ну, вообще... Не хорошо, быстро, буду хорошо. Ездить быстро, окей. И пристегивайся. Хорошо. А, как это, телефон там? Все, телефон, документы. Документы. Денушки. О, бачишь, хорошо жучки выложил вчера. Сюда, а не в эту, в Мишель. В Мишель. Слышишь этот самый еще? Маску возьми с собой на всякий случай. А, маска, да, она где? Она в кофте. Да, потому что на всякий случай. Мало ли. Мало ли. Надо ли. Ну да. Все. Все, товарищ, я поехал, приеду, расскажу, что к чему. Да, приедет, расскажет, что к чему. Все. Давайте, Николашка, пока-пока. Давайте. У нас прям бабье лето, ё-моё. Прям жарко, классно. Вон Ремка ходи-хекая. Ходи-хекая, Ремка, собака. Какие ключи? Так, а ты штука, что её выгонял? Аварийный ключ. А, один. А закрыть машину. Ой, а что-то случилось? Как это, что это? Оно там цепляется как-то, да? А еле-еле, блин. Да? Оно там держится на соплях. Ё-моё. Вот это я молодец. Поправила, да? Ага. На камеру хоть не попало? Не, не попало. Оно, короче, в дырочки вставляется, там проворачивается. Понял? А, наверное, было не провернуто, да? Может быть, или может быть, когда я снимала, одевала, и оно, короче, это самое. О. Чего ты, ну ты? Может быть, оно как-то раскрутилось. Да. Очень даже может быть. Придется его опять полить. Все, зайка, бегите, 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 едьте, едьте. О, Коля, довольный. Рыжуля тоже за тобой соскучилась. Ну да. Я скажу, Рыжулька тоже за тобой соскучилась. Ой. Сейчас передачи не путать. А, да, кстати. Оно ж по-разному включается. Ничего. Вот разный, понял? Ну да, это я знаю, я ж помню. Я же все, блин, тут заглох. Тихнул, блин. Думал, что не травка, блин, а оно. Ну, короче, смотри, аккуратненько там на дороге, хорошо? Хорошо. Давай. Бегите, бегите. Все. Николашка Батькович едет. Едь, я закрою. Едь, 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 едь. А, сейчас закрою ворота. Все, Николаша уже поехал. Поехал Николаша. Блин, цветочки обалденные, класс. Так красиво цветут. Мне так нравится этот цвет. Обалденный. Да, они все лето стоят, конечно, просто кустиком. Но потом такие вот это осенью симпатичные. Ай, на что-то наступила. Блин, ногу себе. На камушек, что ли? Смотрите, у нас новая розочка расцветает. Красивенько будет. Свеженькая, новенькая. И вот розочка. Симпатяшка, симпатяшка. Даст Бог, еще морозов не будет. Вон еще это вот расцветет. И наконец-то вот эту дождусь. Ай, какая красота. Главное, чтобы буси ее не сломали ни в коем случае. А это непонятно. Нет, в этом году она уже, по-моему, не будет цвести.
Это белый цвет она выбрасывает. Мы его прощелкали. Были на море. Мы его прощелкали. Даша нам только фотки высылала, как он цветет. Как цветет эта роза. Или уж мы застали ее. Уж не помню. В общем, красотишка. Последние осенние вот такие лучики. Последняя красота осенняя. Классненько. Вот. Да. Супер. Главное, тут пчел столько. А, я вчера вам показывала, что буду по 10 раз одна. А, вон что. Хорошо, что эти помидоры не убрали. Знали бы тогда, что не будет этого мороза, и те бы не убирали. Ну, видите ж, прям передали везде, что морозы, морозы мы взяли, поубирали. Зря. Еще бы успели доспеть. Видите, как хорошенечко здесь. Наспели, наспели, наспели их море прямо. Грядки все равно вкуснее, чем когда они дозревают в доме. Грядки, они прям такие, ух, ароматные, классные. Так что, Коля, по-моему, тут не до конца. Что, Матренька, а ты где была? Ты с утра была, че не была? Что-то я не помню, видела, че не видела. Надо тут их приподнять. А, тут Коля прям так закрыл. Мы жарим. Пока. Прям он совсем... Да уйди, тут ты видишь помидоры здесь? Тоже мне, звезду. Немножко, чтобы идти спели. Опа. Видите, сверху есть. Тут много-много их наросло. На ночь иногда, когда смотрим, что будет прямо прохладно, то пытаемся их укрыть, потому что жалко, все равно же жалко, правда? Вот их вон здесь вот сколько. И вон внутри, видите? И вон такие свежие-свежие, ароматные-ароматные. Вон, видите, сколько такие. Вонечко. Да их много, вон, видите? Краснеют. Краснеют. Тут, конечно, уже потоптались собаки. Но все равно. Мелочь, а приятная. Да. Ну, собрались все. И собакеры, и кошакеры. Все. Все на кучу. Так, все, пошла я, короче, домой. Сейчас после обеда, очень после завтрака помою посуду. И буду этот, смонтирую еще одно видео. Посмотрим, может быть, обед сяду приготовлю. Да, сяду приготовлю, стану приготовлю. Посмотрим, короче. Не знаю, чем заняться. Прямо заняться нечем. Пишите мне, пишите, что я лентяйка, не знаю, чем заняться. Так, а что? Я не поняла. Все равно на этот цветочек подействовало, видите? А, не, он отцвел, он успел отцвести. Вот, и тут семена. Вот тут. Вот. А эти вот, видите? Только собирается зацветать. Тут было аж два таких, как цвета. Только что-то их не вижу. Зато гусеницу вижу, блин. Фу. Гадость такая. Это гусеница. Эти гусеницы все. А, вот же. Вот тут тоже собирается зацветать. И вон еще один новенький. Да, если бы их пару раз мне не срубили, у меня тут должны было поплестись по вот этой штуке. Вот такие цветы. И они все повылазили, вот хорошо прям повылазили, так даже пошли немножко. Потом буденчиком заросло, и Даша, когда здесь убирала, она полностью повыдергивала все на свете. Не, сначала первый раз тут Коля все высыпал, вернее, прорвал конкретно, блин. А потом уже Даша высыпала, она же не знала, что это такое. Она говорит, ну что-то похожее, говорит, я думала, это вот эта плетушка, говорит, которая нехорошая. Да и вырвала. Ну, ничего страшного. Вот. Так что, такие дела. И вот такие вот пирожки. Осень. И такая классная, такая, знаете, еще листвы нету, еще вот это листьями так конкретно не пахнет, но уже осенью пахнет. Обалденно. Вот такую осень я люблю. Когда солнышко, так все. Но она же, правда, прохладно. Но днем еще вообще обалденно.